пришли. Здравствуйте. Добрый день. Как ваши дела? Отлично. Имя и фамилия можете подписать? Да. Александр Васильевич Паркин. Я представляю Центр международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации. Занимаюсь непосредственно направлением, так скажем, преподавателей за рубеж. Есть проект в Министерстве просвещения. Российский учитель за рубежом. Поэтому мы сейчас представляем, так скажем, наших учителей в 14 странах. Это страны СНГ нашего бывшего, такие как Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, страны дальнего зарубежья, Вьетнам, Алжир, Эфиопия, Монголия, Сербия. Вот. Но проект расширяется. Сегодня проходит финальный этап конкурса «Лучшая российская школа за рубежом» в Турции. Здесь представлены коллективы турецких школ, которые преподают на русском языке, или русский язык присутствует в этих школах. Поэтому в этом году в рамках нашего международного конкурса приняли участие 54 страны. Значит, было направлено и оценено жюри 800 работ преподавателей, которые пытаются сделать процесс образования такой немножко формализованный в увлекательный мир знаний, чтобы было приятно, удобно детям изучать русский язык, чтобы они тянулись к этому и им было интересно. И глядя на эти работы, которые представили участники конкурса, мы видим лица счастливых детей. Добро пожаловать в Анталию, Турция. Почему мы здесь, эта организация, что? Объясните, пожалуйста, Анна. Добрый день, очень рада здесь быть. Меня зовут Шевердяева Анна. Я организатор форума «Лучшая школа за рубежом по русскому языку». Мы здесь сегодня для того, чтобы объединить наши русские традиции, помнить о них, выиграть, провести конкурс, познакомиться, обменяться контактными интересными, узнать культуру нашего русского языка и выявить участников в финал в Москве. Спасибо большое. Пожалуйста. Buradaki organizasyon hakkında bilgi verir misiniz? Buradaki bugünkü organizasyonumuz milletler arası okullar arasında bir en iyi okul ödülü verilecek bugün. Bu en iyi okullar arasında 57 okuldan şu anda 35 okul var ve Türkiye'de de en iyi 3 okul kaldı. Bu okulların içerisinde de biz de varız. İnşallah bakalım eğer birimiz uygun görürse belki bir canlı imkanımız da olabilir. Hayırlısı diyelim. Önemli, güzel bir eğitim veren okul tabii ki daha iyi yerlere gelmesi için